Товары для отелей, офисов и дома в одном месте. Вот уже 3 месяца анапчане доверяют обустройству помещений специалистам магазина «Мой курорт». Здесь есть все необходимое, начиная от техники, электросушителей и фильтров и заканчивая расходниками, моющими средствами, посудой для фуршетов и упаковочными материалами. И хоть высокий сезон подошел к концу, магазин продолжает радовать покупателей широким ассортиментом товаров и скидками. Сегодня была запущена новая акция «Курортный сейл». Наша компания всегда ставит перед собой более такие глобальные цели. И мы, как никто, да, как предприниматели, мы понимаем, что подготовка к сезону – это, ну, всегда более затратная история, много времени, сил на это тратится. И сейчас как раз-таки отличная возможность, когда сезон закончился, все выдохнули, и можно заняться такими важными вопросами. Мы предлагаем нашим предпринимателям, предпринимателям города, сферу хорека, заняться закупками уже сейчас по выгодным, интересным ценам. Акция действует при заказе товаров на сайте mydefisresort23.ru. Покупатель получит скидку 20%. Это настоящая выгода. Владельцы торговой площадки против искусственного повышения цен. Каждый может проверить начальную стоимость на сайте. Каждый человек, будет это предприниматель или обычный потребитель, заходит к нам на сайт, попадает в раздел «Акции», «Снижение цены». И там высвечиваются очень много категорий товаров, на которые идет скидки. Начиная от перчаток, заканчивая бытовой техникой, электроникой, товаров для офиса. Компания поддерживает отечественных производителей. На торговой площадке можно найти, например, эффективные моющие средства, сделанные в России. Помимо акции «Курортный сейл», покупателей ждет еще один приятный сюрприз. Предприниматели, сделавшие оптовый заказ от 30 тысяч рублей на сайте mydefisresort23.ru, получат промокод на скидку 10%, который будет действовать весь следующий год. Акция «Курортный сейл» пройдет в течение месяца, до 30 ноября включительно. Адрес магазина в Анапе, улица Восточная, 30. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.